Драка по правилам. Впервые в Биробиджане прошел турнир по смешанным боевым искусствам по версии драка. Среди 14 заявленных участников – представители Владивостока, Читы, Хабаровска, Благовещенска и Биробиджана. Боролся за победу и один из главных гостей состязаний – голландец Виктор Куку. Как проходили бои и кто стал победителем, смотрите в нашем следующем сюжете. По традиции, перед боями спортсмены показывают, насколько они подготовлены к предстоящим испытаниям. Открытая тренировка – неотъемлемая часть всех значимых турниров по драке. Бойцы отрабатывают удары, совершенствуют тактику борьбы. Тем самым показывают, на что способны при встрече с противником на ринге. Тренировка показывает, все спортсмены в хорошей форме. На ближайшие бои настроены решительно. Цель каждого из них – только победа, без компромиссов. И уже вечером бойцы в полной мере показали свои возможности. Зал ресторана, в котором проходил турнир, полон. Зрители не пожалели, что пришли посмотреть бои. Они были зрелищными и динамичными. Уже в первой битве третьего раунда гость из Владивостока отправил в нокаут хабаровчанина. Удачным оказался дебют биробиджанского спортсмена. По мнению судей, Кирилл Лелека все же сильнее своего соперника из Хабаровска. Один из самых ярких боев провел хабаровчанин Максим Штепенко. Во втором раунде точным ударом левой руки нокаутировал противника. Ну а самым ожидаемым событием вечера стал поединок Виктора Куку и титулованного бойца Степана Луковникова. В первом же раунде голландец попал под жесткий прессинг нашего соотечественника. Зарубежный гость не ожидал такого сопротивления. Но во втором раунде удача от россиянина отвернулась. Виктор Куку нанес удар в подбородок и отправил в нокаут хабаровчанина. Свои эмоции по поводу победы Виктор не скрывал. Драться в Биробиджане ему очень понравилось. То, что в начале боя проигрывал россиянину, объяснил тактическим ходом. Нормальная победа. Я отрабатываю технику. Это моя игра. Мне нравится драться. Я планирую выиграть снова. Интерес к боям по версии драка растет во всем мире. Биробиджан не исключение. По словам организаторов, проводить такие турниры планируется теперь ежегодно. И на каждый будут приглашаться именитые бойцы не только из России. Александр Река, Евгений Калинин, Сергей Лавренов, РЕН-ТВ, Биробиджан. А накануне перед поединками в одном из торговых центров Биробиджана прошла автограф-сессия Виктора Куку. Гость из Голландии с удовольствием ставил свою подпись на буклетах для горожан. Помимо этого, желающие могли сфотографироваться с многократным победителем международных турниров по версии драка. Спортсмен в России – частый гость, он уже посещал Хабаровск и Владивосток. По словам голландца, в нашей стране ему нравится, а Биробиджан произвел на него особое впечатление. Я увидел маленький город. Люди здесь очень доброжелательны и внимательны. К нам отнеслись очень уважительно. У нас уже есть предложение. Мы обязательно вернемся в следующий раз. Конечно, вернемся.